Председатель КНР провел переговоры с президентом Гондураса Сиамарой Кастро, которая посетила Китай с государственным визитом впервые после установления дипломатических отношений между двумя странами. Во время встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что принцип одного Китая – основа для дипломатических отношений и развития двусторонних связей. Лидер Поднебесной заявил, что Пекин поддерживает путь развития, выбранный Гондурасом. При этом двум странам следует развивать взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Глава КНР заявил о готовности Китая совместно с Гондурасом поддерживать международный порядок, отстаивать основные нормы международных отношений, укреплять сотрудничество между развивающимися странами и защищать их интересы на мировой арене. Он также подчеркнул, что Китай готов развивать сотрудничество со всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Сиамара Кастро, в свою очередь, заявила, что Гондурас поддерживает принцип одного Китая и выразила уверенность, что развитие отношений с КНР откроет новые возможности для прогресса в ее стране. В числе перспективных направлений лидер Гондураса назвала торговлю, инвестиции, инфраструктуру, телекоммуникации, энергетику, науку, технологии и культурные обмены. После переговоров главы государств присутствовали на церемонии подписания двусторонних документов в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также в области торговли, сельского хозяйства, науки и техники, культуры и образования.